14 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе ООН в секторе Газа. Среди них 6 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев. Как сообщает BBC, это рекордное число жертв среди персонала организации за один инцидент с октября прошлого года. Палестинцы использовали здание как убежище. Израильские военные заявили, что целью удара были боевики Хамас, которые скрывались на территории школы. Официальный представитель ООН заявил, организация осуждает любую атаку, направленную на гражданское население, а также на объекты организации. Отмечу, с 7 октября прошлого года в секторе Газа погибли по меньшей мере 280 сотрудников гуманитарных организаций. Большинство из них – сотрудники Ближневосточного агентства ООН.